Блять, похуй, хуйня у меня. Так, короче, ребят, Локи вас очень сильно прошу. Друиды, блять. Маги те же, блять. Паладины там сап можете дать. Прист вернуть может, там, вар вернуть может и так далее. Как только эта хуйня кидает в МК. Оно, блять, трех человек, по-моему, кидает. Вроде трех. Контрольте этих сразу трех человек, потому что убивает хилов нахуй. В первую очередь тех, которые кидают в МК, убивает хилов. Поэтому, блять, очень сильно прошу. Главное, блять, не ДПС, нахуй, тут берсы нету, хоть мы его, блять, до утра бить будем, но берса и не будет. Главное, блять, контрол по челикам. Если вы будете давать контрол по челикам, нахуй, мы его сразу убьем, у нас никаких проблем не будет. Надеюсь, все поняли. Следующий момент на этом боссе. Войд зона будет кидаться такая. Поле такое, типа, блядь, синенькое или черненькое, я уже не помню. Красное, красное. Да, красное даже, да, красненькое. Вот он такой небольшой кружочек, ну, с него просто выходить. Не вышли, блядь, все, вы сдохли, рип там, считайте, минус 50 кроу, нахуй. Кто из зоны сдохнет, сразу говорю. В принципе, это все. Черепок больше здесь вешается. Ничего знать не надо. Черепок вешается, а? Черепок вешается на РДД или хилов. То количество маны, которое у вас есть, такое нанесется урон. А. Тоже на 15 метров от людей отбежать, чтобы урон им не нанес. Да-да-да. Да-да-да. На ком-то хуйне. И, ребята, халявный ласт, просто очень халявный. Один из самых простых боссов на Акси, типа. Тут ничего сложного нету. И 220 точек ман. Так что, блять, ваших это интересно. На первой фазе, пожалуйста, уберите нахер питомцев или на пассив и не кидайте А-а-а. уишки. Кстати, да, ребят, уберите петов, нахуй, да, от греха подальше. Сейчас хухрелогнется и можем гнать. Пойдем в 5 хилов, на всякий случай, громобой, оставайся в хиле. Все, врачи на полубафы поехали. Поехали, блин. В центр все зашли, в центре стоим. Хуярим. Милики, Пуджей бьется. А это все почему? Уа-уа-уа-уа. Давай, а, давай, я, давай, застань, я уешь. Заливаем, уешь. Что делать? Прохил рейд. Блять, не подходите под ебало пуджам, ребят. Они кривые, пуджи кривые. Милики, хорошо. Пуджей играют, РДД играют остальную волохню, которая идет. Приоритет эти, блядь, банши вонючие. Нормально, я думал, вайп. Ну, волну дал, хорошо, вап. Не надо гриппать этого пуджа, я его сам сагрю и разверну. Он кливает, не подходите к нему, подъебал. Ну, грипните там, блядь, кливнет хила и сдохнет, ну. Хил. Две минуты, тем более, развлекусь. Так, чей там... А, это мой пет, блядь, бегает. Пустить надо. Надо пет воды, то убеха подальше, да? Да. Да я его на пассив поставил, просто он-то как-то выбегал опасно. Я же дальше становлюсь. Суету навести хочет. Ну да, это точно. А кого здесь может присагрить? Кто тут второй раз сел? Нет, тут, блядь, может вот эту вот всю волохню сагрить. Видишь, которая вот первая пачка сагрилась. Я понял. Весело. Ну вот первый раз что было, такого не должно быть. Ну, типа, обычно когда такое там. Ну вот типа вот такого, да. Вот видишь, вот я не знаю, как вы сагрили, вот типа вот такое бывает. По-моему, какой-то пет, да, ДКшный, блядь. Кто видел? Мак? Пет! Какая-то. Так, какой пет там? Кто-то, короче, бомбу кинул. Нахуя ты бомбу кинул? Эта предельщица еще не вышла оттуда. Ты бомбу кинул, она же уешь это вокруг. Сука. Сейчас я посмотрю, что это за пидорас кинул, нахуй. Да сейчас хули уже выяснять, надо просто, блядь. Такое хорошее начало.
Вы еще бы друг на друга залезли. Короче, блядь, вердикт такой, это либо Аршанский, блядь, либо Ризенька, нахуй. Это не я. Это что же? У нас еще было какой-то ёб... Жена твоя, да? Нет. Не жена пока. Еще пока. Слава богу, хорошо. Да я шучу. Все нормально. Аршанский, блядь, ты понял, да? Что тебе не надо делать? Блядь? Не понял. Ну все, пиздец тебе. Багажник изнутри покажу. Ой, блядь. Тяжелые рейды по 5 часов, конечно. Да, очень тяжелый рейд. Но, честно говоря, я меньше ожидал, на самом деле. Тут, блядь, в принципе, мы вайпались на тех боссах, на которых не должны были вайпаться. Зато Латхиба с первого пола убили. Мне тут повезло чисто, что люди собрались нормально некоторые. Тут вар красавчик, ударную волну дал. Потом, конечно, блядь, пришел трэш, убил. Да это не вар, это я кинул гнев небес. Так, маги, короче, которые фаеры, там, я не знаю, живую бомбу там и так далее, да, аккуратно, не кидайте, вообще без живой бомбы желательно, можете ожог там, блядь, огненный глыб, и то, когда мобы отойдут, ближе подойдут, не спешите, там без вас РДД справится, рыбка осталась, последняя, наверное, хавайте рыбу и фулл баф. Ну, типа, предпоследняя, ну, сука, лучше давайте, блядь, с этого травить, блядь. Короче, выбиваем мне огнестрелу и расход. Так, давайте еще на полбафу поехали. Да, сберитесь, ну слабенький босс, блядь. Это очень легкий. Первый раз как спулилось. Стойте, не беги в круг. Первый раз спулилось. Жуки, ты тут? Стой, не пуляйте. Джоки не тут, Лок. Что тебе не хватает? Жуки. А, я кушаю рыбку. Ты покушал рыбку? Все, отлично, побежали. Нет. Да побежали, все, аккуратно. Только не кидайте в УЕ нахуй, чтобы не согреть эту волохню. Вот а это вот вопрос. Пушки типа огнестрела в луков, варом и рогом идут как мейн или как офстек? Как оф, я думаю. Пошли они нахуй. Хант в первую очередь. Вот и я так думаю. Ну, я бы так отдал. Ну, типа, как бы да, но это пугарит. Но я даже хуй знаю. Я бы это ничего не говорил. Ну, я бы не знаю. За АД. 200. Вообще, да, конечно, ханто отдается. Но это типа пугарит, я про это ничего не говорил. Ну, и типа, именно хан. Я бы даже если бы не говорил, я бы их нахуй послал. Ну, типа, хант с нее стреляет, он с нее урон наносит. А те петухи с нее не стреляют, они ее просто носят, блять, как дебилы. Так что пусть они нахуй идут. Ну, это мое мнение, я так считаю. Я думаю, все поддержат. Не, так это все правильно ты считаешь, но типа все равно все же. Поэтому ты не РЛ. Ты... Ну, блядь. Хули, повезло тебе, что я не РЛ, блядь. Так ты как где тогда вару нормальную пуху брать, если собираются вот такие мышниры? А, ну, когда ханты заберут, тогда ну, вар забирают. Ну, типа так это должно, по идее, быть. Но опять же, вот типа, это конкретно гей-рейд, ну типа вот так вот, да, а когда ты идешь в пугарейд, каждый раз типа есть ханты, вот в чем вся логика в принципе, ну каждый новый, каждому что-то надо, и соответственно люди, которые вары, там роги и так далее, ходят в рейд, короче, в пугарейды только, да, они не имеют права, скажем так, взять себе эти статы, которые там, допустим, нужны РПБ там или еще что-то. Ну или там, допустим, тому же мультику, скорость, крит, ап, ну и так далее. В общем, все суть. Для гири, это, блядь... да, это, конечно, без базара, это самая важная составляющая. У нас всегда такое было, в принципе.
Ну, пугареть, тем более я про это ничего не говорил. Поэтому, как бы, просто это будет неправильно. Да мне кажется, знаешь, вот эти два Роги и два Вара, мне кажется, они будут согласны просто. Они просто отдадут, блядь, эту пуху Фантовичу. А ну, как почему два Вара? Один Вар и два Роги. Второй Вартан. Ну, про огнестрел или лук, что там с ней падает? А хуй знает, что с ней падает, то есть не знаю. Огнестрел, арбалет, по-моему, с ней вроде. Или огнестрел, оружие, не помню. Огнестрел падает. Давайте мы сначала убьем, блять, а потом про лут будете говорить, но. Чтоб вы, блядь, больше без всякой хуйни. Вот так осталось, кстати, минутку продержаться, блять. Без всяких ауешек там и так далее. Аккуратно трэш заливаем. Особенно вот этих вот ебланов, которые, чтоб они не заходили в ДДшку. А милики вон по бичу этому жирному, да. Еще раз повторю, Void Zone красненький такой кружочек, с нее быстро выходим. Быстренько выходим оперативненько, и все заебись у нас в этой жизни. Контрол в МК кидают трех человек. Все контролят, все, кто могут. Друиды, блять, ханты нахуй, маги, локи, блять, присты и так далее. Паладины репитенсом там и т.д. и т.п. Вары эфиром. Даже Рок может там гауш какой-нибудь условный на даст кикнуть, чтоб хила спасти. Там ДК может там каст кикнуть, грипнуть и так далее. Все, добиваем быстрее эту хуйню, и сейчас босс пуляется 5 секунд. Милики, не подходите только. Милики, не подходите к этим солдатам. И к банше не подходите. РДД баншу добейте. Все, играем по Void Zone, отошли, отель, натюрник, выйди. Да, можно вон красненькая такая хуйня. Вот с этой хуйни выходите. Блять, я гроссер лайн. И косты кикайте по максимуму, ледяная стрела, забыл сказать. Вы вышли. Ага. И знак, на кого будет кидаться, там РДДшники, там смотрите, тоже выходите. Когда вот, Майн Стил, взрыв маны, вышел с рейда. Ясно. Въебал, бах, нахуй, манстил, молодец, лучше, нахуй. Милизона, отошли. Да вы кончены, как умираете? Хух, дай по жмышок БР, жмышок дай по Рюгерту БР. Войд зона, РДД. Ну быстрее раздали БР, блять. Так, жук, жмышок, хули ты не встаешь? Тебе только что дали БР. Жмышок, я сказал, что тебя БРнули, бля, и ты БРнишь Рюгерса. Все, рибав ханта и друида. Рейндж, держите РДД. Косты по максимуму кикайте. Void Zone, РДД. Паладин, жмите бабу сейчас. Да, сейчас будет МК. Готовимся контролить челиков. Void Zone, РДД. Алёша, выйди с рейда. Алёша. Void Zone, РДД. ДМК должно уже быть. Ну, пол хп вроде только. Майнстил вышел, майнстил. А не, это тебе другая хуйня, стоп. Все нормально. Бабу нужно давать, чтоб. Void Zone. В РДД. А, и да, ДКшники, скиньте кош, прохил, прохил, этот, за это, блядь, законтролили быстрее, шамана законтрольте, ой, лока главное контрольте, который мазершип, продлевайте контрол ему, главное раздавайте контрол. Контрол лока сейчас убьет. Все, нормально, отлично, Void Zone аккуратно, все, молодцы, умнички. Геру дайте. Безбашка, выйди. Паладин, отойдите от безбашки. Блять. Выйди. Опять хант умер. От чего он умер, блять?
скажу. А, даже недоступно написано. Понятно. Так, у нас два БР есть, но пока не надо. Кто меня куда говно занес, видимо. Типа, по-моему, лок убил, он вроде тенкашечки у нас. Может, как бы никаких файдов не было за меня. Я знаю. Я заберу. Контрол, 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 раздали, раздали контрол. Раздали контрол, ребята, раздали контролы. Войд зону аккуратно. Я забираю ебла на этого. Одного и второго в угол увожу. Контролы, контролим, 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 контролим. Продлите контролы. Не забывайте меня хилить. Войд зону аккуратно. Еще один вышел. По боссу играем. Меня не забывайте хилить. Сейчас дохуя трэш. Аккуратно, войд зона. Мили, мили ушли, мили съебали нахуй. Макс Фактор, выйди с рейда. Съеби с рейда. Куда-нибудь подальше. Все нормально. Молодец. Не забывайте меня хилить, ребят, тут. Прохил рейд. Прохил рейд. Косты сбивайте, ребят. Не давайте эту хуйню, чтобы уешало так сильно. Меня слышно вообще? Да. Ну, заебись. Косты сбивайте, главное. Жуки, выйди с рейда. Отойдите от него. Войд зона, не вижу где. Милизона, милизона, съебали. Войд зона, не вижу где. А, РДД нормально, вышли. Блять, бомж... Не надо было бомжей вызывать. А. Прохил рейд. Прохил милизону конкретно. Войд зона РДД. Мазершип, мазершип. Давайте, добивайте. 10% скоро. Войд зона РДД. Прохил РДД зону. РДД, войд зона. Джуки, джуки, джуки. Все, лям хп нормально. Пойдет. Могли бы с первого пула. Войд зона, милики. Пойдет. Лестните, пожалуйста. Ладно, всем спасибо. Красавчики.